И ДПО МГТУ «Горизонт» продолжает набор по программам профессиональной переподготовки. Промышленное и гражданское строительство и маркшейдерское дело. Дружбы 22/1-265-263. Пасмурное настроение четверга перейдет на пятницу. Хотя вообще пятницу ничего не может испортить, априори. Даже плохая погода. Ох, и любите вы, люди, пятницу. Еще странно, называете ее маленькой субботой. Где логика? А ты не ищи логику в погоде. Ее вообще нет в последнее время. Ищи лучше подробности о погоде в моем метеоотчете. Ну что ж, в Магнитогорске в пятницу 11 мая ожидается пасмурно и дождливая погода. Утром +4, +5 градусов, днем потеплее до +15, к вечеру похолодает до +5 и будет пасмурно. В Белорецке тоже дожди в пятницу, утром +2, днем +11. Но опять дождь может испортить настроение отдыхающих. Карр. Что же поделать? В Сибае ожидается до +3 градусов ночью, днем +9 и пасмурно в течение всего дня. Далее погода от народа. Сегодня рассвет особенно красивый. В пастельных тонах, в дымке. Есть такой разбеленный, загадочный. В Челябинске столбики термометров покажут +4 градуса ночью, возможны кратковременные дожди. Днем +6 и тоже дожди. На этом у меня все. Я желаю вам отличного настроения выходного дня и теплой погоды в вашем доме. До завтра!